При попытке вращения шпинделя в плюс загорался ТГ и вращение блокировалось. А в минус шпиндель вращался и ТГ не загоралось. Тогда я откусил эту перемычку, чтобы ошибка не блокировала сигнал ON. И шпиндель начал вращаться в обе стороны хорошо, адекватно себя вел, тормозился. Тогда стало понятно, что дело не в тахогенераторе. Тахогенератор идет вот по этой линии. Запаял обратно перемычку и отпаял один конец вот этого резистора. Опять включил, все отлично вращается, ошибка не загорается. Тогда я стал смотреть, что же сюда идет. Идет на плату фазовое управление. Вот на ошибку ТГ. Вот этот выход идет как раз на тот резистор. Потом я посмотрел, из чего формируется этот сигнал. Формируется он отсюда. А этот сигнал идет с платы питания и управления тиристорами. Вот этот сигнал, контрольная точка И16. Тогда я встал высоковольтным щупом на якорь, и получилось, что в минус все тиристоры открываются, а в плюс два тиристора не открываются. Починил, чтобы все тиристоры в плюс открывались, и ошибка тахогенератор больше не появлялась. Всем пока.